Жители Ленского района определили будущее населенных пунктов на ближайшие 5 лет. Досрочные выборы прошли в воскресенье 10 декабря. Гражданский долг исполнили более 9500 человек. Это 37% от общего числа избирателей. По предварительным данным ЦИК, больше всего голосов набрал заместитель главы Ленского района Александр Черепанов. Кандидата поддержали 3405 избирателей. 2270 человек отдали предпочтение заместителю директора по производству акционерного общества «Три семерки» Александру Куксе. Анатолий Макушев, глава Ленска, набрал чуть больше 2000 голосов. В избиркоме сообщили, голосование прошло в соответствии с требованиями законодательства.